вже майже традиційна рубрика «Дзвінок у РФ». Цього разу блогери вирішили додзвонитись до російських електриків. Добрый день, я HR компании «Киевстар». Планируем сейчас в Крыму восстанавливать мобильную связь. Вам кто? Электрики? Да, электрики нам нужны. Давайте попозже перезвоните, я сейчас немножечко занят. Чем вы там можете быть заняты? Думаете, что я только в одном Крыму? А вы в двух Крымах? Нет, я все в России. Крым – это копейки. Россия тоже копейка. В данный момент вот мы занимаемся частными домами. Грабежом? Нет, по 220 в основном работаем. 220 рублей? Нет, я имею 220, вот, и 380. Ага. Я работаю, но только у меня бригада. Саня белый будет, космос, пчела. Ну, не понял еще раз. Да нет, вы сколько не предложите, сколько мы зарабатываем? 20 тысяч гривен. Примерно по курсу на весну будет 8 миллионов рублей. Всем сотрудникам выдаем служебный автомобиль. Немного странно для вас, как бы и мужчины живы, и машины есть. Выдаем служебную форму, обувь. Вам, как и многим крымчанам, придется переобуться. И последний вопрос. Если бог молнии, Тор, будет драться против Зевса, кто победит? Правильный ответ – Украина.